Принцип действия устройства, собранного нами, очень прост. Напряжение понижается трансформатором, выпрямляется диодным мостом, поступает на светодиод, индицирующий о включенном состоянии, сглаживается конденсатором. Далее напряжение поступает на переключатель, и при введении правильного кода контакты замыкаются, соответственно, напряжение поступает на реле, у него тоже замыкаются контакты, и что приводит к запуску соленоида. Соленоид неизвестного происхождения прислал мне один мой подписчик. Друже, большое тебе спасибо. Судя по всему, это соленоид от замка багажника автомобиля. Я так думаю. Следовательно, втягивается сердечник и приводит в движение защелку. Здесь еще нужно добавить пружину для того, чтобы осуществлялся автоматический возврат. Все очень просто. Зачем? А самое главное, нахрена это приспособление? Да все просто на самом-то деле. Это попросил меня изготовить мой коллега, один из моих коллег, для гаража. У него там нечто вроде сейфа. Сейф, у меня же сейф. Вот. И нужно сделать нечто вроде защиты. Понятное дело, большой степенью защиты такая конструкция не обладает. Тем не менее, какую-никакую защиту она обеспечит, я так думаю. Вообще, ни для кого не секрет, что любой замок, он изготовлен исключительно для честного человека. Всегда найдется тот, кто вскроет любое устройство. Пишите свое мнение, жму руку, как всегда. С вами был я, Антон, но посрал, пока. Можно играться в вечность. Махмуд, заряжай. У меня уже родилась новая идея. Новая идея самоделки. Но о ней вы узнаете совсем скоро.